Начнем выпуск главных тем. К этому часу реализацию национальных проектов будет мониторить Счетная палата России. Всероссийское совещание по этому вопросу состоялось в Махачкале. Там в течение дня аудиторы палаты будут обсуждать методы планируемого мониторинга. Участие в заседании приняли председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов, премьер Артем Сдунов и аудитор Счетной палаты России Дмитрий Зайцев. Все подробности в нашем следующем сюжете. Десятки аудитов из разных точек России будут работать над мониторингом реализации национальных проектов. На совещании выступил председатель Народного собрания Хизри Шихсаидов. Он отметил, что в рамках 10 национальных проектов в Дагестане реализуется 48 региональных. Разработаны они по инициативе президента России Владимира Путина. Проекты затрагивают практически все вопросы, касающиеся качества жизни граждан. От результатов их реализации зависит обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, наше с вами будущее, будущее следующих поколений граждан нашей страны. Председатель правительства Дагестана поприветствовал гостей и отметил, что власти сейчас поддерживают каждое значимое мероприятие, и положительные результаты уже есть и в области экономики, и в области туризма. Если посмотреть, сколько к нам сейчас прилетает туристов, у нас пассажиропоток нашего аэропорта увеличится к концу года до 1,3 миллиона человек, а в самом ближайшем будущем будет 1,5. Эти показатели мы должны были достичь еще только к 2024 году. Поэтому ситуация меняется. Спасибо, что вы приехали именно к нам. Национальным проектом быть, причем под пристальным контролем. Ведь на их финансирование в Дагестане предусмотрено около 20 миллиардов рублей. Контролировать их целевое расходование будут аудиторы Счетной палаты. За каждым из них будут закреплены соответствующие национальные проекты. Кроме того, по мониторингу создан еще и особый отдел. Мониторинга национальных проектов Счетной палатой проводится. Анализ соблюдения условий соглашения о реализации мероприятий национальных проектов, заключенных федеральными органами исполнительной власти. Комплексная оценка эффективности использования финансовых ресурсов в разрезе мероприятий региональных проектов, а также выполнение индикативных показателей и рисков по их достижению. Каковы методы реализации национальных проектов, рассказал аудитор Счетной палаты России Дмитрий Зайцев. Мы должны использовать методы стратегического аудита. А что это такое? Это когда мы рассматриваем не только результат проведенного мероприятия, то есть это даже не просто аудит эффективности, а когда мы смотрим на риски, на реализуемость мероприятия и, самое главное, на эффекты социально-экономического характера, в котором это мероприятие должно привести и что оно изменит в жизни граждан. Обсуждение подходов к мониторингу на примере конкретных проектов прошло в рабочих группах. А уже завтра участники отправятся в Дербент для небольшой экскурсии. Кадыр Абдулазизов, Ума Ибрагимова, Руслан Салихов и Камила Раджабова. Время новостей.